Здравствуйте, друзья! С вами я, Александр. И сегодня на стол ко мне попала вот такая вот коробка из серого невзрачного картона, а внутри находится довольно интересный девайс, который мне предложил на обзор один китайский промоутер. И, кстати, это видео вы, скорее всего, смотрите 14 или 15 июня. Именно тогда он будет продаваться с хорошей скидкой. И именно это было единственное условие от промоутера, чтобы видео было опубликовано после 14 числа. Итак, изначально разговор шел о Yunmei Message Gun, причем сами промоутеры приписывают еще Xiaomi родство, бренд на коробке значит как Miavon. Ну, в общем, это вот такая вот штуковина, которой можно массировать мышцы. Множество всяких вариаций этого устройства продается на AliExpress, побольше, поменьше, имею в виду тип такого устройства, но это вот какой-то карманный. Кстати, о этом бренде я нашел упоминание вот здесь вот в заглавных фотографиях. Если перейти, то здесь у нас как раз уже значится Miavon. Ну, в общем, из чего я делаю вывод, что это какая-то ОМ-моделька, какой, как говорится, бренд на заводе наклеили, такой и наклеили. Что у нас тут значится? Бренд, собственно, 1 год гарантии, название модели, и все на китайском. Возможно, Miavon делает для китайского рынка, или как он правильно называется, да, а Yunmei для международного. Такое тоже может быть. Какое тут родство Xiaomi, я понятия не имею. О, здесь коробочка уже поприятней, посимпатичней. Сегодня у нас, кстати, 4 июня. Я, естественно, его буду тестировать какое-то время. И к 15-му выложу уже обзор со своими, так сказать, наблюдениями по этому поводу. Почти работает магия Apple. Так, красивенько лежит все, инструкция на китайском и еще раз китайском языке. Но это точно для рынка Китая приборчик, потому что нет даже английского. А здесь написано Yunmei, ну приколисты китайцы, я не могу, главное тут одно, там другое. Видите, да, Yunmei питается от USB-C, единственная кнопка. Да, ну-ка. Выключить. Скорость еще одна. Еще быстрее. И медленная. Совсем выключена. Индикатор зарядки. USB-C. Весь металлический. Вот это прибор. Так, чехол для переноски. Опять же, с брендом Miavon. Логотипом. Красиво в коробочках уложено. Здесь должны быть насадки отдельные. Так. Мелкая такая вот щеточка. Как кошачий язык. Это чисто резиновая. Вот такая вот рогатая есть. Прикольно. И резиновая еще одной формы. Так, все с насадками. Ну, а тут, наверное, кабель, да, собственно, он здесь и нарисован. USB Type-C кабель, плоский. Что его вынимать? Вынимать мы его не будем. Ну, что же, друзья, поэксплуатирую какое-то время эту страсть, и потом вам про нее, как обычно, расскажу. Итак, друзья, сегодня на календаре 14 июня, прошло 10 дней моего использования и изучения этого устройства, и теперь я готов вам о нем рассказать. Для начала немножко справочной информации. Собственно, массажный пистолет, или как он еще называется, перкуссионный массажер, бывает различных размеров и соответствующие различной мощности воздействия, которые измеряются, кстати, в килограммах, и предназначены в первую очередь для снятия, так сказать, всяческих триггерных напряжений и зажимов в области различных мышц человеческого тела, возникающих после физических нагрузок, например, после тренировок в спортзале. Но очень важный момент. Данный тип массажеров надо применять с осторожностью, поскольку имеется ряд серьезных ограничений. Из того, что мне удалось выяснить, нельзя ни в коем случае массировать область сердца и область почек, потому что вот эти вот вибрационные воздействия на эти органы недопустимы. Позвоночник и суставы тоже игнорируем, чтобы, в общем-то, не растрясти, так сказать. С осторожностью применять в области артерий, а также в зонах, где есть какие-либо воспалительные процессы, ну, к примеру, вот лимфоузлы воспаленные. Поскольку если в этой области промассажировать, так сказать, воспаление можно разбить и разнести по всему
телу дальше. То есть с лимфой, с кровью все это разобьется и разнесется. Вообще, лучше, конечно, проконсультироваться со специалистами, профессиональными массажистами, врачами перед тем, как начинать использовать данное устройство. Теперь конкретно по этому девайсу. Это, в общем-то, карманная моделька. Имеет компактный размер, вес ее всего 240 грамм, степень воздействия 6 килограмм вот этого вот самого механизма и амплитуда 7 миллиметров. Для сравнения, профессиональные массажеры, мощные, да, которые используются, например, спортсменами, бодибилдерами, в частности, всяческими, там до 30-40 килограмм степень воздействия доходит. Аппарат имеет 4 скорости воздействия вот этого вот мощного вибромотора. Это 650, 1600, 2400 и 3200 оборотов в минуту. Имеет 4 насадки. Вот это так называемое, ну, общее для воздействия на мышцы. Потом вот такая вот грибок для более точечного воздействия. Такая вот двухрожковая. Я где-то вычитал, что это вроде как и для мышц спины, ну и для вот еще более точного воздействия на какие-то мышцы. И такая вот мягенькая, вроде как для ступней предназначенная. Аппарат имеет невысокий уровень шума, всего 47 дБ. Батарею 1300 мАч, рассчитанный на 8 часов непрерывной работы. Если использовать по 10 минут в день, а больше в принципе не нужно, то это 48 дней работы. Качество изготовления самого аппарата никаких нареканий не возникает. Металлический в основном, здесь вот вставки, по-моему, а нет, это тоже металл просто другого цвета. То есть никаких зазоров, люфтов, ничего нет, монолитный такой аппарат. И теперь поговорим о минусах конкретного вот этого вот устройства. Первый и, наверное, главный минус – это его инструкция. А точнее, отсутствие инструкции на русском, ну или хотя бы английском языке. А она, ой, как нужна, потому что помимо общей информации, да, здесь вот есть инфа по воздействию на мышцы. То есть, какая мышца, сколько секунд воздействовать, сколько подходов делать. И расписано все это, к сожалению, только на китайском языке. Разобраться, конечно, можно при желании, но было бы очень недурно, если бы была бы инструкция на английском хотя бы. Ну, а на русском так вообще шикардос, поскольку ребята поставляют на международный рынок, нужна инструкция. К слову, воздействовать на мышцы надо совсем недолго. Вот здесь 15-20 секунд, да, например, там 30-60 максимально, 60-90 вот один подход. В общем, жалко, что нету инструкции на английском хотя бы, а лучше на русском. И теперь пару слов о том, как лично я попользовался этим аппаратом. Так сказать, опытным путем, помассировав различные мышцы в своем теле, мышцы ног, рук, я понял, что все-таки, как я уже сказал ранее, это вещь предназначена в первую очередь для снятия триггеров, то есть мышечных каких-то напряжений. А такие зажимы возникают не только во время физических нагрузок серьезных, но и в быту тоже. Ну, например, грубо говоря, сводит какую-то мышцу у вас, или, например, я вот для себя нашел одно из таких применений, когда сидишь за компьютером, например, пару часов монтируешь видео, очень затекают мышцы плечевого пояса, конкретно вот над лопаткой, и можно даже самостоятельно, я использовал вот такую вот насадку, самостоятельно размять эти мышцы вполне. Вначале, кстати, возникают небольшие как бы болевые ощущения, потому что у вас мышца болит, и вы еще на нее воздействуете. А потом все это дело расходится и становится, как говорится, очень и очень здорово и хорошо. Супруги, например, очень часто зажимается мышца икроножная. И тоже помассировав ее, в общем-то, зажимы эти снимаются. Очень много, значит, информации в интернете по этому поводу. Я вам рекомендую посмотреть видео с канала «Распаковка-запаковка». Или я там очень хорошо рассказал. И еще даже дал консультацию профессиональному массажеру по этому поводу. Подсказочку вот здесь оставлю. Ну, а так, в целом, если учитывать ограничения, которые есть при использовании этого прибора, ну и вашу необходимость для использования этого аппарата, то, в общем-то, можно брать. Кстати, стоит он по сравнению с моделями более мощными значительно дешевле, при этом, в общем-то, эффект оказывает неплохой. Сейчас его можно купить по скидке, стоит он что-то 5900, это уже с базовой скидкой, еще можно получить скидку $10, по-моему, на первые 100 покупок будет. Также можно получить купон в приложении от продавца. И еще личный промокодик
выдали мне, я оставлю тоже ссылочку в описании, в общем, все, что можно получить какие скидки, будет в описании. Ну и на сегодня, друзья, у меня все. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!